Вы, товарищ комбат. Я. Решите обратиться. Что, новенький? Так точно, лейтенант Кожахметов. Прибыл к вам политруком в пулеметную роту Коробова. В чем дело? Товарищ комбат, танки. Сам вижу, я еще не ослеп. Где Коробов? Проверяет пулеметные расчеты. Меня к вам за приказом послал. Черт подери, почему ты? Он что, не мог другого послать? Связного не было. И я сам побежал. Жал вас комбат. Сызгайдан рахашавлесис. Да русский я, Федор Матвеев. В киргизских горах среди чабанов, табунщиков. За техником работал. Даже не верится. Что прикажете, товарищ комбат? Встречать гостей, лейтенант. И, как принято у нас на Востоке, со всем гостеприимством. Есть. Кто такая, а? Ефрейтор Молдогулова. Выпускница Центральной женской снайперской школы. А тебя, ефрейтор, разве не учили в школе, что оптику надо прикрывать от встречного солнца? Учили. Учили? А забыла? Тут у нас фашистские снайпера лютуют. Главный из них ас. Он таких забывчивых, как ты, просто экзаменуют. С первого выстрела на тот свет. Виноват, товарищ капитан. Иди за мной. Есть. Без команды не стрелять. Понятно. Приготовить гранаты. Есть. Ситкин, принимай ученика. Да какой из меня учитель, товарищ командир? Они стреляют не хуже меня. Вчерась видел, как они по фанерным мишеням молотили. Кто фанерки? А ты им боевую, нашу окопную науку преподай. Слушаюсь, товарищ командир. И что же это деется-то, а? Такую махонькую на смерть гонят. Ты бы лучше во втором эшелоне по фанеркам шмаляла. Никто меня не гонит. Я сама пошла. И умирать не собираюсь. Не собираюсь. Это фашист за тебя решит. Иди сюда. При наступлении противника бей по офицерам. Немец солдат послушный, любит приказы. Без командира теряется, поняла? Угу. Не трать зря патроны, дочка. Бей наверняка. Отсекаю! Скорей! Скорей вперед! Прямой наводкой! Огонь! Генрих! Генрих, господин майор недоволен. Ты бездействуешь. Русские подбили два наших танка. Что я могу поделать? Мне ничего не видно из-за дыма. Потерпи,
Генрих, ориентир 24, пушка. Эй, парень, а? Иди сюда. Промазал. Опять не попал. Ты куда, парень? Куда ты? А ну вернись сейчас же! Вернись, тебе говорят! Алия. Я, товарищ капитан. Поднимай. Объяснять, агитировать дома и не надо. Ты видела своими глазами, что натворил фашистский снайпер. Кукушку немецкую сообща, надо выследить и уничтожить. Это мой приказ, ефрейтор. Спасибо за сегодняшний бой. Ты знаешь вот такую песню? Товарищ капитан, я не знаю этой песни. Жаль. Держи. Я, оказывается, первым сделал запись в твоей книге.